И прямо сегодня у нас будет нереальная прокачка! Бабушка Оля, какой у вас ранг? Ранг легенда. Хэштег... Пепа! Хэштег Пепа! Arrival Кейсик, ты не забыл открыть удаленный Кейсик? На базу! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе! И прямо сегодня у нас будет нереальная прокачка! И это будет не как обычно 10-летний подписчик, это будет бабушка Оля! Бабушка Оля, поздоровайтесь! Привет! Блин, половину слов не было слышно. Бабушка Оля впервые шла в стендов и говорит: Кентуха, прокачай мне инвентарь! Ну, я не смог удержаться и, конечно, решил бабушку Олю прокачать. Бабушка Оля, расскажите, сколько вам лет и как вообще познакомились со стендофом? О, бабушке Оле уже лет немало, мне почти 70. Ой-ой-ой. Ну, ничего, я еще бодрячком еду, надеюсь. Познакомил меня мой внук со стендофом. А внучок, поздоровайся, давайте сейчас дадим слово внучку. Я тут, всем привет огромный. Матвей, ну и что, и расскажи, что бабушка тоже играет в стендов? Или только ты играешь? И бабушку заставил попасть в прокачки инвентаря, а? Мне, конечно, бабушка иногда, ну, мы иногда с ней играем. Иногда поигрывает, иногда. Да. Бабушка Оля, какой у вас ранг? О, ранг легенда. Легенда сюда! Короче, ребята, за эту мега-прокачку прожмите лайкусик. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Если вы наберете много лайков, я так уж и быть вызову бабушку Олю на дуэль, и мы сыграем дуэлечку. Бабушка Оля, какой ваш любимый ножичек? Какой ножичек будем вам выбивать? Рассказывайте. Стилет. Стилет, вам нравится, я понял. То есть мы прямо сейчас, вот смотри, вот здесь 2000 алдышки, которые дал я, братва, пруф. А то сейчас скажут, что кем-то пока, вот. Скажут, что прокачал бабушку, но я же алдышку. Вот, 2000 бабушки на балансе. Мы прямо сейчас залетаем и берем 10 ревенж кейсиков. Сюда на базу! Хэштег! Бабушка Оля, скажите какой-то хэштег на удачу. Ой-ой-ой, победа! Хэштег победа! Ну что, мужики, прямо сейчас мы бабушке выбьем нож стилета. Прямо сейчас вы получите свой первый арканум. 1, 2, 3, погнали! Ребята, просто прожмите лайк, подписку и подпишитесь. Опа! P90 Clashable Epic. Это что? Это хэштег непогано. Бабушка Оля, ну как вам такой скинчик? Нормальный? Пойдет? Очень даже пойдет. Будет чисто бронз в команду бою мочить, как на полголимый, правильно? Вылетайте на маслину, на маслину. И открыли плент. А третий вообще на нож посадили. На стилеты, который мы вам сейчас выбьем. Хэштег Пепа. Хэштег Пепа. Бабушка Оля, ну вы, конечно, знаете. Ребята, главное, давайте напишем в комментариях хэштег не Пепа. Почти нож! Бабушка Оля, вы пропустили, там такой экшен был, почти нож выпал. Матвей, ну-ка я понимаю, Лариса, вы с бабушкой играете дуэлечки, кто из вас сильнее? Расскажи, пожалуйста, пока мы сейчас откроем еще один кейсик в прокачке интернета, кто из вас сильнее, ты или бабушка? Мне кажется, бабушка все-таки. Бабушка тебя выигрывает. Вот я не особо... Да, она постоянно меня выигрывает. Ну я сразу вижу, бабушка легенда, вопросов нету. Бабушка Оля, если хотите, можно с вами покалиброваться в союзниках. Калибровочку пройдете со мной, с другом Галимом. Я, правда, гол 3, но я играю на легенду, как и вы почти. Давайте. Вот это по-нашенски. Ну что, бабушка Оля, мы откроем еще один кейсик, и вау, выпадает Игнат! Хэштег Игнат! Бабушка Оля, нормальный скин, пока нормальный вам дропается, ну, типа, ну, нормальный, солидный. Это Игнатик, и его, я думаю, знает каждый стендофер. Бабушка Оля, на что делаем бустер, рассказывай, на какой нож? Давайте тайдай. Понял, хорошо, базарозируй, делаем бустер на тайдай, я его кручу, и техника легкой руки. Просто бух! И... Опять берецы. Ну, бабушка Оля, вообще играйте с берецами. Мне вообще нужны или их продадим? Продадим, наверное. Да я тоже думаю, ну, если вы легенда, то вы, наверное, играете только с диглом и с USP. Ну, еще иногда ТЭК-9. Мы ТЭК-9 применим. Ну, эти берецы вообще, ну, боголимого. Мне кажется, с ними только бронзы играют, вроде вашего внука. Скажите какое-то волшебное заклинание, если мне сложно, и мы открываем. Абракадабра. О, нормальное заклинание, братва. Я себе так нож выбил. Легендарка, да! На базу! Как думаешь, бабушка будет плент открывать с этим скином? Да, мне кажется, она будет прям жестко тащить с ним. Чисто она будет вылетать и чисто бух первому, бух второму, и все. Открытый плент, все нормально. А
открываем. Пух! И честно посмотрели, что же подает бабушке Оле? АКР Evolution. Ну что-то плоховатенько. Ты с такими скинами только нубы играют, я правильно понимаю? Да-да-да. Честно, полные нубы! Давайте сделаем буст на М16. О, кстати, а какой ваш любимый паттерн? 213. Братва, у кого 213 паттерн? Напишите в комментариях. А вы! О, кстати, мне было бы интересно зарубиться с бабушкой на авиках. Бабушка Оля, а по поводу авиков что скажете? Любите с ними играть? Да, не очень. С берецами не любите, с авиками не любите. А с чем вы любите? Да муж ставлю. Проворачиваем 16. И говорю волшебное заклинание. Хэштег удача бабушке. Погнали. Братва, давайте все в комментариях напишем хэштег бабушке нож. Потому что, братва, ну что же за прокачка, даже ножа нету. Но вы не переживайте, я бабушку в обиде не ставлю. Прямо сейчас мы открываем последний ревенж кейсик. И знаете, что мы будем делать после этого? А что вы скажете по поводу райвел кейсиков? Бабушка Оля, а? Они вам нравятся? Симпатизируют вам райвел кейсики? Очень даже симпатично. О, тем более они удаленные. Вижу, вы знаете, я вижу, вы все знаете. Опять берется, ну опять не е-мое. Что за нубские скины выпадают? И вот они кейсики. Ну смотри, давайте экономника предлагаю, купим один райвел кейсик. И давайте мы еще купим... Ой, какие кейсы нам нравятся помимо ревенж? Фейбл, слышно вам? Да, конечно, слышу. Покупаем 6 фейблов. Просто максимально быстро открываем, просто вот так, один за вторым. Все, мало ли вдруг выбьем вам левости. Юмпистер 5 Сеферус. Ну что, бабушка Оля, на что сделаем буст? На все ножи? Да-да, ножи давайте, на все ножи. Давайте, давайте. А вот вообще, вот такой вопросик к вам, то есть вам, как я понял, нравится стилета. А что вы думаете по поводу керамбита голд? Вот ваше мнение, керамбит голд вам нравится, пойдет? Пойдет, люблю я, конечно, другое, но пойдет и это. Ничего себе, он 190 тысяч голды. Ну, я, как я понимаю, вам, наверное, Хармони больше нравится, правильно? Да-да-да. Ну, Хармони, ну мне тоже Хармони нравится, ну, сами понимаете, ну, Хармони это прям вообще для миллионеров. Что? Почти нож! Как это было близко! Фух, вроде бы не я, вроде бы не дедушка, но у меня чуть инсульт не произошел. Вот это да! Матвей, давай прям сейчас скажи какое-то волшебное заклинание за твою бабушку. Бабушка, дабушка. Хэштег бабушка топ! Погнали! Ща мы выйдем, ребят! Сюда на базу! Сюда, сюда, сюда! М110 кибер, ну такой себе, такой себе. Матвей, мы потратили миллиард голды, и сундучек нас огорчает. А знаешь, что мы сейчас будем делать, Матвейка? Мы пойдем на Булдроп, на самый лучший сайт. Вот ты правильно сказал, ну братанчик, перед этим. Arrival кейсик, ты не забыл открыть удаленный кейсик? Давайте прямо сейчас откроем. Давайте все вместе вот так поднимем кулачок. Бабушка Оля, если вам не тяжело, поднимаем кулачок и просто держим, держим кулачки. За G-команда! Сюда! Сюда! Бабушка, вам нравится такой скин? Ну как вам? Ну пойдет или нет? Ну Боб раскидывай. Нормальный, 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 отличный. Хэштег не банана. Все, нормально. Ну что, бабушка Оля, прямо сейчас мы с вами перемещаемся на Булдропчик. Да, бабушка, а вы знаете, где это мы? Где это мы находимся? Откуда же я знаю, где это мы находимся? Бабушка Оля, знакомьтесь, это Булдропчик. То есть, если вам надо топовый дроп, то есть, как я понимаю, вы любительница ножичка стилета, то вам надо на Булдропчик, например. Смотрите, как вы биточек. Есть кейсик под названием «Ножевой». И мы прям сейчас его откроем. Ну что, бабушка Оля, говорите пару, не знаю, каких-то заключающих слов, и мы открываем «Ножевой кейс» за целых 2000 голды. Давайте, давайте, открывайте побыстрее. Очень хочется посмотреть еще. Оооо, нож за 6к! Бабушка Оля, вот это навалило, так навалило. У вас очень счастливая аура. Вот ваш внучок мечтал о ножичке. Оп, и выбили. А теперь давайте откроем кейсы Кента ПК. Вы знаете, такой Кента ПК? Конечно, знаю. О, ну хорошо, потому что это я. Открываем. О, 1200! Бабушка Оля, ну сегодня просто наш с вами день! Слушайте, а в курсе, что на Булдропчике еще вышел ивентик? Битва яиц. Ну вообще, вы часто яйцами деретесь? Конечно, особенно на Пасху. Да, так мы прям сейчас тоже будем махать. Сейчас будет жесткий зруба. Просто берем, бросаем яичко, оп! На, попали! Нормально все. И, ребят, прикиньте, за то, что мы сейчас бросаем яйца, мы получаем тоже какой-то дроп. У нас есть очень большой шанс, что мы получим халявную голдишку. Можем сковородкой за 500 долбануть. На, вы посмотрите, как яйцо шатается. И можем получить бесплатную голду. Это очень круто, поэтому бабушка Оля... Хэштег! Непогано! Пасху пекли,
в этот понедельник или воскресенье? Это пекли ее когда? В субботу. А, в субботу, все, я понял. Ну, значит, мы откроем пасхальный, то есть, понимаю, вам этот кейсик импонирует немножечко. Давайте, мы откроем и посмотрим, что же нам выпадет. То есть, яйцами мы уже подрались, теперь откроем пасхальный кейсичек, и нам выпадает, внимание, 831 голда! На базу! Бабушка Оля, куда потратили такие деньжища? Рассказывайте. Надо у внука спросить. Что-нибудь купим в ИГЭ? О, бабушка Оля, назовите любой кейсик, какой вам нравится больше всего. Не стесняйтесь, любой откроем, даже самый дорогой, если хотите. Если хотите, можно даже перчаточки открыть, но нежелательно. Русалки давайте откроем. О, давайте русалочки. Открываем три кейсика русалки и смотрим, что ж нам выпадает. О, мы опять укупились. Не, ну вот это хэштег непоганенький. Вы знаете, да, есть Gold Pass, это в стендофе. А на Булдропе есть Bull Pass. И вы посмотрите тут. Я уже его полностью прошел. И знаете, что мне дали за последний уровень? Мне дали нож бесплатно. Поэтому давайте вы тоже не отставайте, потянетесь. Приходим Bull Pass'ик вместе со мной. Я думаю, после этого видео даже бабушка Оля залетит на Булдропщике просто. Ну что, с кейсами дал, так покатай. Вынимай аркады. Как я, смотрите. Открываем и на босс. Опять купились. Уважаемые подписчики, загляните в закрепленный комментарий. Мы с бабушкой Олей вам решили сделать маленький подарочек. Поэтому смотрите обязательно закрепленный комментарий. Хорошо, бабушка Оля, ну я думаю, можно на вывод ставить, правильно? На вывод! Ну тогда давайте, я думаю, вот на вывод надо поставить, ну, 1007, наверное. Выбираем статрек, купить скин. То есть, ребят, вывод на Булдропе максимально простой, поэтому залетаем и тоже побеждаем. Так, ребята, только что мы поставили скин на вывод. Вот такая вот аватарка бабушки Оли. Кому надо, используйте. Я думаю, бабушка Оля будет не против. Посмотрите, вот-вот, стоит. Все, ребятки, заходим в стендов. Отлично, скин стоит уже на рыночке. Нам надо просто ждать. Это целых 8 косарей, ты можешь купить практически любой нож. Прошло буквально одно мгновение, и голда уже у нас на балансе. Это все благодаря Булдропчику. Давайте, рассказывайте, какой ножик мы возьмем. Стилет-то, наверное, самый крутой с паттерном. Я правильно понимаю? Самый крутой с паттерном. Все, понял. Матвейка, тебе как? Это ж ваш общий нож с бабушкой будет. Ну да, думаю, бабушке мне тоже будет, он очень нравится. А кто, кто будет больше играть, ты или бабушка? Ну, мне кажется, бабушка уже легенда, ей нужно отдыхать. Бабушка на пенсию, да? Ну, я думаю, можем купить. 3500 купили. Да. Матвейка, у тебя первый ножичек у тебя на винтре. Мои поздравления, драгулечка, ты моя. Какие перчатки будем? Выбирай, любые. Ну, мне кажется, вот эти Hero of the Tiger, это легендарные перчатки, они есть у каждого ютубера. Как тебе они? Блин, какие классные. Давай тогда возьмем их. Бабушка Оля, вы что скажете, вы не против? Я тут буду пользоваться всем этим. Давай. Бабушка Оля, не против, конечно. Ну что же, я вам сейчас ставлю 2000, вы их полторайте, как считаете нужными. Я думаю, ребятки, можно уже на этом прощаться. Мои уважаемые подписчики, прямо до секунду прожмите лайкусик. Обязательно подпишитесь на мой канал, если у вас тоже прокачки внутри, как бабушка Оля. Подписывайтесь на мой телеграмчик, ссылочки в описании. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем хорошего настроения и всем пока-пока. Мне понравилось, спасибо большое. До свидания.